Отдохнуть от суеты, оправиться от стресса, избавиться от негативных отпечатков на внешности и вернуть духовное равновесие можно с помощью йоги и медицинской системы аюрведы, утверждают специалисты центра Расаяна. За более чем 5000-ную историю индийские врачи разработали системы, позволяющие понять конституцию тела. Узнали все о 3 флюидах и 7 компонентах, а также о мармах, точках на теле. Все эти учения с успехом применяются индийскими специалистами в центре аюрведы и йоги Расаяна. В том числе это уникальные виды аюрведического массажа, позволяющие повысить ослабленный иммунитет, восстановить физическое и душевное равновесие. Наши терапевты – это индийские специалисты, которые прошли обучение в штате Кералова, в самом известном университете аюрведы. Те, кто знаком с аюрведой, понимают, что штат Керала – это жемчужина и основа, там, где именно аюрведа и зародилась. И поэтому мы стараемся отбирать специалистов именно оттуда. Чудодейственный эффект не заставит себя ждать, уверяют специалисты сочинского центра. Опытные преподаватели помогут освоить асаны и познакомят с различными направлениями йоги. Центр йоги и аюрведы Расаяна расположен в самом центре Сочи, на улице Новогинская, 3/4А, 5-й этаж.